Доброчек. Ну ладно, просто сейчас потом не актуально будет его смотреть. Бля, ебать, кринж нахуй, ёб твою мать. Когда проснулся с хорошим настроением, а мамы что-то вечно падает на кухне, она орёт. Еблан, блять, а? Чё за хуйня? Она любила розы, но розы на морозе не прижили. Вот это цыпочки, Найк. Обалдею. Их что, двое там? Пизда тебе! Я хороший снайпер! Блять, что происходит тут? Охуеть, докерский прикол, я не понял. Иглу. Не. You can... Ты ебан, ты чё сказал? Трубку возьми, шлюхендра, ебучая. Ебу я ваш рот. Ебу я твою маму. Она такая сладкая. Мама твоя. Блин, заебатая женщина. За дед, блять, алло, что он городит? Откуда такие голосовухи вообще берут, я не понимаю. С пожилыми людьми, которые там всех трахают, студенточка орут. Что за хуйня вообще происходит в мире? Spring out. Не папа твоя, надо батя твоя говорить. Вот так смешнее, батя твоя. Блять. Алупа ты ебаный, чтоб я тебя в рот выебал, твою домовую книгу, твою отродью, чтоб это тебе было повсюду и всегда и везде, ты понял? Гандон ты ебаный! В конце звоночек, сука, андроидовский. Кто мне, сука, нахуячил двойки нахуй на мою аватарку в одноклассников гандоны? Скажите, я вас сейчас найду, блять, всех осуждаю. Я просто вспомнил про одноклассники, короче, потому что я думаю, именно оттуда бы эта хуйня вообще берется. Это Равшан? Это его звук? Я съел доставщика еды, потому что он опоздал на 3 минуты. Я украл более $1 миллиона из благотворительного фонда для африканских детей. Я накакал в ладошку и начал разбрасывать говно по всему ресторану KFC. Да, половина ебанина какая-то, ну ладно. Для всего это либо вебасты, либо... Да, Христос. Это очень больно, если честно, там, блядь, не алюминиевый капот. А вы знаете, как можно хорошо провести время? Поиграть в GTA Samp на сервере Arizona Mobile. Это многопользовательская игра с тысячами игроков, невероятной атмосферой и миллионом возможностей. Становитесь тем, кем всегда мечтали. Приобретайте и тюнингуйте под себя эксклюзивные и дорогие тачки, привлекая к себе кучу внимания.
Уникальная система кастомизации позволит вам превратить даже самую дешевую развалюху в произведение искусства. Играйте за бандита и участвуйте в схватках за бизнесы и территории. Подчините себе все ключевые предприятия в городе и станьте самым влиятельным преступником в штате. А может, вы хотите встать вместе с друзьями на защиту правопорядка и охранять улицы Лос-Сантоса от криминала? Вступайте в ряды полиции. Присоединяйся ко мне в игре. Введи мой промокод M5Classic18 и давай покорять вершины вместе. А на 5-м уровне тебя будет ждать приятный бонус лично от меня. Я уже играю на Arizona Mobile. А ты? Volkswagen. Das Auto. Ха-ха-ха-ха! Хню, блядь! Долбоёб, сука. Чё, подушка стрельнула или в чём прикол? Бля... Ладно, там, блядь... Ебать, вот это нахуй педали у типа. Чё? Так, Т2Х2, Яндекс Такси, Дебракека. Говно. Насрал в такси, найс. За носом у кого-то. Бубль, курва. Я пердол, який пидле. Бобер! Жизадо Лидер. Дебракеку показалось это смешным, потому что, наверное, у него такое было лично. Сука, я через все стадии прошел. Отвечаю. Я один, он такой трусливый мальчик, вот футбол бегает, играет. Фамилия. Ну, кстати, тот тоже много чего говорил, и что-то даже сбылось. Папич. Блять. А. Найс, сижу. This is my 99F glitch shot. Оп. Прекрасно, если ты поймешь, что счастье это то, что ты живешь. Жизнь прекрасна. Прррррр, далек, прррнеус, маску залек. Прррфутус думет. У тебя что, на какашке стоит? Ты профил ебаный. Хватит говно пихать уже всякое, реально. Бля, реально говно одно, ты. Алло. Алло. Я знал, что ты Жириновский. Добракек, спасибо. Ну, это не первый спасибо, день. Спасибо, что говна пожрал собачьего. Навернул. Ну, это за это тоже спасибо. Видос хуйня. Но ты, да, Жириновский пиздец. Ну, если кто не понял, типа, шутка в том, что это Курт Кобейн, и он сам себя шотнул с дробовичка. Поняли, типа, Дед Мороз башки нет? Ну, типа, ржака, ёпта. Смешной прикол. Скуфа, скуфоида. Такс.
Запоминаем нахуй. Первое, что понадобится, майка-алкоголичка, я выбрал Easy Gap. Второе, это растянутые спортивные штаны, тоже Easy Gap. Следующее, это сандалии, конечно, с белыми носками. Потом... Чел, как бы ты ни старался, все равно пизда вышел. Я тебе могу реальную показать прикид скуф, но вам денег не хватит его увидеть. Надо тренички с полосками, как у бати. Далее, носочки. Можно вообще без носочков, потому что нахуй носочки. Ты, блядь, все-таки скуф. И маечку-алкоголичку, неважно какого цвета, желательно белую и грязную. Ну или такую сероватую. А это хуйня ебаная. Это даже не майка-алкоголичка, братишка, это что-то модное. Банная шапка C2H4 и на финалочку дубленочка. Охуенный ты скуф, братан. Хотел скуф одеть, получился хипстер. Как так? Что такое скуф? Это охуенное слово, которого раньше в русском языке не было. А сейчас это самое охуенное слово, которое сразу поясняет, ну вообще, это универсальное слово. Это я. Скуф — это я. Поняли? Скуф — это человек, который, ну, немножечко хуйца подзабил на свою жизнь. Ну, типа, за собой не следит, вот это, поняли? Там пузо, блядь, отросло, вот это вот, там не ухаживает за собой, короче. С куфом может быть и женщина, если что, так что вот. Не только мужики с куфы. Ну, короче, неопрятный стал. Был нормальный, стал пузан, поняли? Вот так. Это соскуфился называется. Спасибо за деньги. Вот кто это? Я видел этот ТикТок, кстати. Киборг. Помноженный на вечность, нахуй. Какой-то терминатор, выбежавший из джунглей. Петушара ебаный, загни свою маму раком и еби ее. И в рот, и в задний проход, и везде. А чё бублики тут при чём? Где только возможно, петух ебучий ты, козлина ебаная. Вот у кого что болит, да, вот в данном случае ей уже, наверное, лет 50, она такие гадости говорит. По-любому ее не поебывали уже давно, она вот поэтому так и говорит. Вот я на это смотрю, и я думаю, вот нахуя заправлять тогда? Вот, ну что это за говно? Ну вот сколько она, 30 минут потратила на эту хуйню? Мне так впадло, я ебал. Самое душное, блядь, это кровать заправлять. Полы помыла, найс. Бля, наблевал, сука. Не жизнь, блядь, а малина, бля, а? Яхай, бля. Яхай, бля. Это нельзя на Твиче, чё? Вот так лежать? Или рыгать на кровать нельзя? Ну, наверное, ну, если это человек, то нельзя, конечно. I'm going to get a haircut. I'm so excited. I'm gonna look so good. Анёк. Был. Добракек, тебе тоже член подарить или что? Ну, я не понял, просто ТикТок с посылом. Намек это, блять, или что? Готовил пельмени с говном вместо мяса. Привет, меня зовут Поваренок Говненок, и это моя история. Чего? Максим, играй. Да. Давай, играй. Даш. Вот, трек хороший. Пошла ты в пизду. Ну это было у нас, кстати. Вы в курсе, не? Чел что-то начал машины пиздочить просто.
What are you doing in there? Я когда это увидел, первое же, что я подумал, блять, почему не про меня? Помогите, в Доброке вселился какой-то Соболина нахуй. Короче, ебанина ёбаная. Извини. Хуя не смешно. Ты, я не знаю, может я токс. Какая-то залупа, братишка. Что-то, бля, по-моему, у тебя... Ты что-то деградировал с ТикТоком, у меня ощущение, слышишь? Реально. То, бля, 90% порыгали, посрали. Вначале смешно было, а в конце вообще непонятно. Еди ты нахуя вставлять, вообще не понял тоже. А еще я заболела. Сижу, пью горячий чай. Замболела? На работе. Скоро поеду домой болеть. Бля, вот мне иногда кажется, короче, поняли, чат? Когда ты долго ничего не постил, и надо что-то высрать. Твой кружок, блядь. Сука. Короче, Екатерины Мизулиной в реальности не существует. Это нейросеть. Я же не один так считаю. Это русская нейросеть. Прямо. Что за замболейла, я не понял. А еще я заболела. А безопасно смеяться, надо было спросить сначала. Вот, Скуф. Крутая аишка, но эта аишка не дотягивает до одной аишки, которая ебать как порнуху генерирует. Я вчера показал нахуй Тинваву, Вуричу показал, ебать там аишка пиздец, чуваки. Ваш стейбл дифьюжн просто нахуй пошел и вышел, блять, отсюда, реально. Там я не знаю, сколько вагин и хуев ей скормили, но такие реалистичные пёрды даже стейбл дифьюжн не высрет. Не-не-не-не, никто не отгадает. Я не буду название давать на порнуху, чуваки, сори, вообще никак. Вон, ну, захочет, Тинвейв скажет. Блять, моя жизнь прям... Есть жирок небольшой. Риттер Спорт? Квадрактиш практиш гуд? Или что тут про Риттер написано? Блять, саншайн. Песня про... Улыбка, малыш. Да, блядь, что, блядь? Я не понимаю, я, типа, гей, походу. Я хз, в чём у меня, я у себя, типа, ну, появляюсь в рекомендациях. Тут сюда, туда посмотрел, сюда посмотрел. Ой, сука, блядь, долбоёб ебаный, ой, блядь. Ой, блядь, у меня бритва плохо бреет, я станок себе купил сегодня. Буду бриться станочком. Реально. Gillette Fusion 5 купил, если еще держу в курсе. За 2000 нахуй с хуем! Долбоёб, футболки меняешь? Так это с двух стримов просто нарез. Алло. Алло, а там что, тип звезды какие-то нашел? Че? Тип звезды нашел. Че? Говорю, наверх смотрит, звезды нашел какие-то. Ты пьяный? Нет. Что ты несешь тогда, Глеб? Я про трансляцию, брат. Какие звезды? Я тебе потом объясню. Че вы ржете, я не понимаю. Ты серьезно, брат? Ну, ты не актерка же сейчас работает, не? Я не понимаю, в какую сторону шутить? Наркоман или что это? В чем? Да там. Или ты про трансляцию в ТикТоке? Я про трансляцию в ТикТоке, брат. Не понял. Не смешно. Тихо! Понька одни в носик. А я не просил меня понькать. Не одобрял понька не.
Фильтр покажет, какая профессия тебе подходит. Опа. Блять, я чего угодно ожидал, но не эту хуйню. Бля, надеюсь, я не тракторист буду. Что-то другое. Все, Глеб, иди нахуй давай. Так. О, так это... Так это я, да уже такое было, блин. Не, заливать я не буду этот кринж. Котики, лайк. Да блять! Что за пиздец? О, ебать, это терминатор ебаный. Смотрите, он гигантский какой. Он пиздец какой здоровый. Сейчас покажу вам. Охуеть просто, чел, смотрите. Блять, это пиздец, смотри. Просто амбал нахуй. Но я вот на что внимание обратил. У высоких людей у них какая-то очень странная походка, типа... Как будто бы, блядь, они просто занос делают коленом, а нога автоматом сама вперед туда, короче, летит по инерции, поняли? Типа, как будто бы пизда ногам. Го, мистера Макса, а чё у него что-то? Блядь, мистер Макса, чё у него? Почему не ложитесь спать, Виктория? Вам сколько лет, если не секрет? А тебя чё, ебёт, дед? Сколько мне лет? Виктория! Нет, я не Якубович. Первое, что мне пришло в голову, блядь, это Якубович, сука. Ну, какую интересную историю. Все как обычно. Какая может быть интересная история? Сука, арбуз спелый сидит. Всяко было. Виктории-то сколько лет? Помнишь? Я думал, он сейчас докинет, блядь, типа к ней. What the fuck? Это что, блядь? Это жаба? Я думал, камень, блядь. Два камня. Ляг ух, реально. Режим сканирования. Обнаруженный транспорт. Приоритет. Модель Харли Дэвидсон. Анализ совпадения. Короче, в ТикТоках предложили и бабке дверь ебучую заварить, чтобы она там сидела нахуй. И вызвать просто туда спасателей, чтобы они денек посидела туда. Там чел писал, говорит, я одной так дверь заварил нахуй, больше нихуя не шкодила, блять, вообще. Она просто доебывается до соседа, что-то выливает воду, блядь, ебанутая вообще. Видите, что-то, блядь, хочет. Где ты сварочный аппарат возьмешь? Бля, чел, ты где угодно его можно взять? Как эту печку топит жестко? Не, по-моему, прям очень жестко печку топит. Хуй знает чем, ракетным топливом. Убираются, блин. Блин, это что за гений? Мы видели, да, уже это вроде? Хвост мейн-куна после чё? Груминг-кошек? Блять, это пиздец, что за хуйня вот это? Я не понимаю, что за залупа вообще, типа, я кота своего мыл. Его после дачи мыл, и он у меня тоже с таким же без грубинга был. Без груминга, или как эта хуйня называется.
Моего шорстка прям вообще всегда чистый, он сам себя мыл, всегда пушистый и всегда красивый. Как-то груминг. Мне так не везет. Не успела выскочить, уже взяли. Бабушка Ольга, как это так? Это скам? Немножко не получилось. Кто сказал? Все начали бы выписать, я тут при чем? I'm faded! Короче, ребята, я помимо того, что я соскучился, мне начали нравиться котики. Вы помните, как я 3 года назад говорил, да котики для долбоебов, типа, чё в этом милого? И я настолько соскучился, что мне они начали нравиться. И я теперь, ну, это единственное, что меня, блядь, радует во всем ТикТоке, это котики. Вот если у меня плохое настроение, я получаю ТикТок с котиками, и оно прям лучше становится. Причем с собаками это не работает. Мне на собаку вообще поебать, извините, конечно. Я просто не со... Ну, я кошатник. И мне кошечки нравятся очень. Они милее. А собаки, фу, воняют. Ну, не все, конечно. Бля, вайп ебейший вот это. Вот мне нравится именно такая Америка. Вот... Там, блядь, суета вся происходит, и ты где-то вот прям живешь в домике своем частном. Вот это охуенно, чуваки. Ну, прям, ну, я бы не смог выжить, типа. Меня бы там тоже, наверное, расстреляли окна. Но вайб ебейший, понимаете? Это Япония. Что-то я не вижу японских тачек, мужичок. Тут одни американские тачки. Вон, немецкие даже, вон. Бэха 3, с чё там, X5 стоит, Мерин. Сэшка 180 или 160. Не похоже на Японию. Вон Додж напротив. И номера не японские, кстати, тоже. А у нас такого вайба нет. У нас ты, сука, за МКАД выехал. Там тоже частные райончики есть, но они все как деревня выглядят, поняли? А тут прям как одна экосистема такая. Ты прям выезжаешь, и попу, частный райончик уже, кайф. У нас прям контраст прям. Но справедливости ради, у нас в РФ тоже есть, короче, прикольные места, которые построены по стилю, там прям целый район построен по стилю Америки. Там все в частных домиках, поняли? Там такие кругляшки есть, поняли? Как Грув Стрит. У меня харя похудела, реально, я дрыщ. Я на меф подсел просто, осуждаю. Это шутка, если что. Я просто не ем нихуя, но у меня есть подозрение... Писля. Простите, нахуй, что за слово, писля? Просто смешное слово. Я так понял, это после, что-то выпал, пиздец. Чили, писля. Что я хотел сказать-то? Бля, я сейчас посмеюсь, сейчас это перезальют, и надо мной там будут. Ну он же русский. Чмо ебаное. Зетник, сука. Да похуй как будто, да? Правильно. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету, тем, кто дружен. Но самый смешной язык для меня, кстати, вот хочу подметить, это, блядь, польский, сука. Вот. Я, блядь, просто ору с него. Это, я не знаю, с этих, с этого акцента, бля, это просто орево. Наверное, по рофлу такой прикол, просто чел говорит что-то так смешно, реально не могу. Причем не с этого курва ежи, курва бобер, блять, а он просто типа он говорит что-то смешно звучит. Вы в КС-ку с поляками играли, это вообще ор. Александра Ивановна Бутенко, председатель Совета ветеринаров. 24-й год, свежие настойные тиктоки, блять, из 98-го, найс. Ветеранов. Обратились люди, пожилые люди, ветеринары. Ветераны, извините, вы поправите. Вот там мы прошли, вы там выбрали, то, бросили, и все.
А ты, Осас. Сделай. А что я сделаю? Ну и все. И все сгорело. Примерно во сколько это произошло? Минут 10-15 утра. 10-5 утра. То есть получается стук вот этот весь шум разбудил вас, да? Да. А чего это все не такое, да? Чего? Приходилось ли вам загадывать желание, когда звезды падают? Ну так ладно. Чего? Приходилось ли вам загадывать желание, когда падают звезды? Да. Почем они нахуй все? Я не понимаю, чем бабушек вкалывают, может, что-то, я хз просто. О! Это пиздец, а прикиньте, он, я видел, где-то кому-то змея в туалет пролезла через трубопровод, это тоже пиздец какой-то был. Прикиньте, в жопу укусила бы. Ладно бы за сраку, типа, там еще отсосать норма, если в яйца, блять, кто сосать будет? Так, угу. Оп. Залетел, ебать. Оп. Второй уже котик залетел. Оп, третий. Ну и хуйня. Короче, не знаю, вайб прикольный, поняли? Типа круиз, заебись. Просто гигантское здание плывет. Но я не выкупаю прикола, потому что... А в чем прикол такого круиза, если ты не чувствуешь волн? Он просто как, блядь, вот просто как едет, поняли? Он такой гигантский, нездоровый. Представьте Тоху, представили? Представили ванну. Тоха садится в ванну, происходит так, что он может полностью ванну даже не наполнять. И вот в теории, возможно ли такое, что вот такой Титаник ебучий гигантский спускают, и где-то кому-то дом затопило? Ну на маленький миллиметр поднялась вода, может же быть такое? Ну на малюсенький прям. Ну так он же на воду давит, а там сколько, ну нахуй, тонн-то там, выражаю огромную благодарность Умоту за возможность. Там утка. О, это шо новость? Это фреймтеймер обновил девайсы после того, как у маленькой девочки спиздили GoPro? Да вы, блядь, новость в стрим-инсайде была, короче. GoPro-ху спиздили, ник забыл, у фасольки, господи, вот. У фасольки GoPro спиздили, следующая новость, фреймтеймер Саша, блядь, обновил девайсы. Бегает с камерой. Я этот хуй увидел, меня прям порвало нахуй, если честно. Ебать, у меня стояк, слышите? Мне девчонки не нужны, дайте мне эту тачку. Бля, имба. Какой охуенный звук, как он мне нравится, я не могу. Я не пойму, это блоуофф или это турбина нахуй звучит? Это турбина, по идее, так звучит. И вот этот звук, кстати, он, ну, типа, в нормальных реалиях, это типа не норм, что такой звук, поняли? Так можно турбину ушатать. Но тут люди такие тачки строят, что похуй. Там турбины как расходный материал. Учу программирование. Иди русский выучи, ты питон. Учу. Тараканы в банке, тараканы в углу. Сидит, тараканы, блядь, в шкафу. Ведь это трэш обзора дезинфектора. Смотри до конца. Ну привет, дорогие подписчики. Мы давно с вами не виделись. Поэтому всем приятного аппетита. Кто на белом троне? Ебать. Если вы подумали, что за зеркало... Это что, блядь, вообще? Это радиация светит с противоположного шкафа. Я не понимаю.
то вы сильно ошибаетесь. Как всегда, мы попадаем в замечательные апартаменты. Я для вас выбираю только самое лучшее. Горы немытой посуды, нестиранной одежды. На изменения к лучшему никакой надежды. Кухня в этой квартире немножечко грустит. Да, ты должен отправить это другу, с которым вы будете жить так же. А если ты такой жесткий, что тебя не впечатлила эта квартира, следующая тебя точно заставит чесаться. Ведь по сравнению с этой кухней, прошлое – это просто роскошь. Ну а вы запасайтесь едой, ведь то, что вы увидите дальше, даже я... Да, меня уже не так напрягают потолки, углы с тараканами. На самом деле, такое бывает очень редко, что по всей квартире в углах, во всех углах есть тараканы. То есть нет вообще свободного места. Они не только на кухне, но и в спальном помещении. Вот это, например, зал. Ну и мы плавно приближаемся к самому замечательному моменту этого видео. Да. И, блядь, прикиньте, прикол в том, что он, сука, весь дом, наверное, заразил, и там все от тараканов страдают. Блять, ей 15 есть хотя бы, я не понимаю, что за пиздец у меня в модерации. У меня есть возможность просматривать модерируемые видосы. На моей, типа, на моем ТикТоке. Бля, эта хуйня меня заебала вылазить, если честно. Блядь. Тут иногда такой прикол может вылезти, я уж боюсь иногда даже. Ну, он вообще крутяк. Мне он нравится. Милашка. Вот, лицо крутое. Ники-ники, милашечка. Чего, блядь? Я один не понимаю, как железо горит, что за хуйня? По-моему, такое в реальности было, да. То есть это не фэк, это вот реальные фотки. Но это давно было, да? Желеби, блять, нахрен, френс, юн инсенди, драматикви, континуи, дыр авангер, нахуй, блять. Ой. В 2016-м, да. Вы слышите? Я ж не шизик, я всю свою жизнь... This penis just unreal. Чё за, блядь, ебаный текст? Мне ж не одному это слышалось, про пенис поется. Вот еще раз послушайте. Ну я ж не сумасшедший, this penis just unreal. Я думаю, нихуя себе, и чё под это я грустить должен? Это ж песня про первый секс. Сделайте кто-нибудь тикток и просто, ну, иностранцев забайтите на эту хуйню. Отвечаю, разъебут, ребят. Просто this penis just unreal, и все, просто пусть картинки свапают. Ебать, миллион просто лайков, я говорю. Только напишите в описании, типа, шеф сказал, сделал. Мне интересно, кто-то написал про пенис? Я напишу. This penis just unreal. Мультсериал, про который внезапно все начали говорить. Так, кто? А, так никто не начал про это говорить. Царство падальщиков — это разъеб. Посмотрите, охуенный серик. Просто лучший в мире. Торкает, блять, охуенно. Мне очень понравился. Посмотрите, короче. Бля, вот то, что я говорю, посмотрите в ближайшее время. А не типа потом, нахуй. Вот сегодня стрим оффнул, посмотрите. Классный серик, подсядете. Ебать. Мамин цветочек, который 10 лет уже, блядь, растет и уже из квартиры тебя выселит скоро. Все, блядь, этими горшками, сука, заставлено, ебаными. Кот это жрет. Короче, имба, вайп просто домашний, если честно. Но... Кайф квартирка, кстати. Молодец. Что-то творческий человек, кстати, видно. Ебать. Я уже запутался, какой по счету это уже глитшот. Как... Я вам говорю, что такое безумие. Безумие — это повторение одного и одного и тоже, одного же действия тысячи раз. Вот я уже обезумел. В прямом и переносном смысле, кстати, я обезумел. Я и в баскетбол смотрю, и сам на себя смотрю. Короче, пиздец. Я обезумел, блядь, ребята. Это ебаная матрица. Интересный факт. В мире существует еще... 3 похожих на вас человека. С такой же внешностью идентичный. Как вам такое? Я уже 4 насчитал. Как вам? Ща влетит.
повезло, не влетел. This is my 50th glitch. Блять, Вован, заебал нахуй, сука. Я же только что это видел. Я не знаю, я сумасшедший. Может, мы все сумасшедшие. Мы же только что это смотрели. Это какой глитшот? А предыдущий глитшот какой был? Это 51-й. А там какой был? А как это у него такой разброс? 91-й, 51-й? Я много не пью. Утром чарочку, в обед чарочку, вечером чарочку. Выпью. Так хорошо, наемся. И пошел нахуй вирус этот. Я много не пью. Утром чарочку. Мария! О, блядь, там настоящий кот. Ребята, музыка «Одинокий пастух». Не благодарите. Неужели мне сейчас девочек будет показывать? Пиздец, я рекомендации сломал. Ну ладно, давайте девочек смотреть. В Томске планируют открыть крематорий. Как вы к этому относитесь? Я не знаю, я еще не умирала. В Томске планируют открыть крематорий. Как вы к этому относитесь? Я не знаю, я еще не умирала. В Томске планируют открыть крематорий. Курнул, ну вроде не навоз. Кентишка дунул паровоз. Ну что могу сказать, ой вы, афганка, да повеселей. Cannot explain, every time it's the same. Oh, I feel the thrill, take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a band, take my heart. I need this. Это же вдвойне имба. There's no time, I'll ever go. Sherry, sherry lady, going through emotion. Мне страшно. Мне страшно от этих, блять, нейронок, это пиздец. На самом деле, это стрёмная хуйня. Вы понимаете, что мы доживем до того момента, когда уже можно будет не понять, что это нейронка, и можно будет каждого блогера просто подставлять? Я думаю, так уже делают. Нужно, чтобы закон в нашей стране как-то начал двигаться в этом направлении, поняли? Но это нихуя не смешно. Вы видели, Путину вопрос задали? Владимир Владимирович, где там Путин ему вопрос задает? Путину Путин вопрос задал. Как он относится к технологиям? Надо как-то это узаканивать, мне кажется, не? Порно не трогать, а вот все остальное надо закончик какой-нибудь выдвигать. Что это за котик, блять? Что за порода? Почему он такой секс? Почему этот кот сексуальный такой? Я не понимаю. Да не зоофил я, господи. Меня не привлекают. Вы, идите нахуй, что вы несете? На огороде клубничка пошла. Прикольно вырвал. Вкусная. У нас. Блять. Просто ебанатище. Я хуй, блять. Не подскажете? А? Не подскажете? Про. Сколько будет 150 плюс 150? Не могу посчитать. Не подскажете? А? Не подскажете? Я обожаю тиктоки, где просто чел идет своим делом занимается, и какой-то кринж происходит, или пиздец. Thank you.
Я жду, когда он себе по башке залупит. Ух, нихуя. Или по яйцам. У нас такой же был школьник, он еще палкой себя уебал. Такой, ай, блядь. В квартире такой, в шортиках синих. Активное участие это мероприятие класса. Первое место в интеллектуальной игре мир про это профессионалов. Ага, понял. Активное участие. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sounds. Pussy cat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and I'm black and... Есть, короче, канал на Ютубе, мы смотрели, там такой пиздец происходит, там толпа людей. Они там сами сходки организовывают, где хотят просто, и хуярят реально. Пиздюн. Как-как? Пиздюн, полицейский инспектор защиты детства и юношества. Путин в шоке. Бля, охуенно. Тоже хочу, пиздец, что это? А у нас такое есть? Прям стадион, прям. Да чё туда надо? Надо у нас такое сделать. Чё, читать буду? Читать. Ложусь, помолюсь, стою, перекрестюсь водой, умываюсь, пеленой, стираю, двери у двери, с ворот у ворот, у чистое поле, в чистом поле стоит престол. На этом престоле сидит Дева Мария, Пресвятая Матушка Госпожа Богородица, подходит к ей Иисус Христос. Здорово, Дева Мария, здорово, ночевал, здорово, кочевал. Видела сон, сон нерадостный. Жиды приходили, Христа ловили, на крутую гору водили, копорицы у дерева установили, по гробу тело расстилали, копьями ребра протыкали. Осуждаем бабушку. Да она рэп читает, ребят, это трек ее, реально хитяра в Spotify. Ну, я хочу убрать урок английского, он бесячий. Правильно, потому что, что? Потому что в России нет места... Не буду смотреть, друг, хуйню сейчас скажет. Я понимаю, часы, ребятухи. Никогда не забудешь, какое время сейчас. Очень классные часы. Проиграл. Вот я понимаю часы, ребятухи.